стадии строительства на сегодняшний день в округе находятся 4 детских сада. Новые здания появятся в Гусарской Балладе в Кубинке. Это произойдет уже до конца текущего года. Также детсады построят на Кутузовской улице в Трехгорке и в поселке Новоивановское. Также в следующем году построят 7 общеобразовательных учреждений. Подробнее об объектах социальной инфраструктуры рассказали на совещании главы муниципалитета. Самая большая школа в Гусарской Балладе. Пристройка к 14 гимназии в Одинцово на улице Маршала Крылова. Школа в Горках 2, пристройка к школе Новоивановском и школа в городе Звенигород. И новое здание для обучения детей с ограниченными возможностями. Это школа «Здоровье надежды» в микрорайоне 77А города Одинцово. Активно идет строительство объектов здравоохранения. До конца года должны появиться офис врача общей практики в Савинской Слободе и центр диспансеризации на улице Маршала Бирюзова. Также в процессе строительства поликлиника в селе Ромашково. Продолжаем с вами выездные штабы, еженедельный контроль за ходом строительства. Для нас все объекты важны. Пока еще сохраняется на территории дефицит и мест в дошкольных учреждениях, и в школах. Поэтому каждый этот объект жители с большим нетерпением ждут. Особенно в крупных микрорайонах, таких как Гусарская Баллада. Поэтому, если будет хоть малейшее отклонение от графика, прошу сразу сигнализировать. Как отметил Андрей Иванов, этапы строительства у всех объектов разные, но отставаний в графике нет. На некоторых только разрабатывается рабочая документация, на других полным ходом идут работы, а где-то уже стартует финальный этап возведения. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».